И сразу он начинается с попытки входа в ноги. Да, очень... Отличное начало. Очень много быстро. Кубков, соответственно, мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по рукопашному бою. И отлично берет инициативу в свои руки. В Соединенных Штатах среди бойцов ММА так и подавно. И к сожалению, попытка не будет засчитана по правилам. Вот, попытка тейкдауна в исполнении Тухугова. Да, возможно, пытается нащупать вот этот темп поединка. Невероятный трюк. Нестандартно, да, да, ведет, да, себя, да, Зубайра. Ну, отброшен. Попытка Зубайры Тухугова забрать спину оппонента. Но рефери посчитал нужным остановить поединок и вернуть борцов в центр татами. Бросок пытался сделать россиянин. Законтрить бросок происходящим. Отличная попытка тейкдауна. Асок прошел, но он не стал контролировать своего соперника. Ну и Джош Эммет. Вот. Отличная попытка. Ну и Джош Эммет не стал вставать, поэтому, оставшись на полу, он отдал... Два балла. Два балла, разумеется. Джош Эммет за оно ничего пассивного ведения схватки. Оно ничего уже не даст, да, но... Но наказание должно было состояться. Но факт состоялся, да. Итак, Зубайра Тухугов. По итогам.